В Октябрьском районе жертвой электрических проводов в лесу стала ежиха. Бедное животное угодило в лунку для электроопоры и попало в центр зоозащиты с ожогами. Колючего зверька нашел прохожий и сразу отвез животное в клинику. Она вся обгоревшая была. И она была в лунке. Тут копались лунки под столбы. Случайно проходил и тогда глянул туда, смотрю, там лежит. В клинике Карена Далакяна животное стали лечить, а спустя несколько дней, к всеобщему удивлению, ежиха родила тройню. Который поменьше. Вот это, да, вот это которая. Это девочка, вот она. Эти два пацана.